А вот и еще одна, без всякого преувеличения, яркая и многоцветная страница «Прощание с летом». Это необычное действо прошло в Северном парке в форме фестиваля красок. Веселое мероприятие привлекло много юных славянцев. 10. Фестиваль красок, имеющий восточные корни, нашел прописку и на кубанской земле. Его участники, используя специальные безвредные цветные порошки, раскрашивали себя и своих друзей. Все это проходило в непринужденной игровой форме. Считается, что чем больше разноцветных пятен на одежде, тем больше привлекается добрых пожеланий. Бодрящая музыка краснодарской группы с говорящим названием «Summer Jump», что переводится с английского как «летний прыжок», отлично создала атмосферу настоящего молодежного праздника. В конце лета хочется какой-то эмоциональной разгрузки, чтобы оно запомнилось ярким, веселым таким. Все свои яркие эмоции ребята сейчас выплескивают в красках, они у них на лице абсолютно все цвета радуги. Очень здорово, очень веселое мероприятие. Тут весело, тут одноклассники, друзья, тут все. Тут разноцветно, очень. Я сюда пришла первый раз, и мне тут очень нравится. Тут очень сильно красочно. Тут много чего. Мне очень сильно понравилось. Фестиваль красок – это безудержное веселье, улыбки и забавные яркие моменты. Ребятам в преддверии учебного года очень хочется получить удовольствие от танцев, музыки и общения со старыми и новыми друзьями. Конец лета, и хочется его отметить как-то по-особенному, по-яркому, празднично, чтобы это надолго запомнилось. Настроение как? Отличное. Тут очень круто, просто круто. Мне тут нравится. Калейдоскоп красок, который складывался во все новые причудливые танцующие узоры, поднимал настроение всем участникам фестиваля. И самый серьезный здесь волей-неволей пускался в пляс. И пусть лето ушло, ребята сохранят в памяти его красочность и многоцветную радость. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».